Здравствуйте. Андрей Чубовалов. Из Москвы. Я вкратце расскажу предысторию. Было понятно, что для меня значит результат в этой компании на продукте «Магниеводород». Я в 2006 году, когда заканчивал институт, у меня начали глаза очень сильно уставать от компьютера. И, окончив институт, начал работать по специальности и не смог проработать более 2 лет, потому что у меня было такое состояние, что как будто из меня компьютер всю энергию высасывает, глаза очень быстро уставали, слезились. И мне пришлось уволиться с работы и искать, ну, как бы, спасение, исцеление. Я радовался вот в 3 российских НИИ глазных болезней на вообще... чтобы выявили у меня причину, что у меня с глазами происходит, почему они так быстро устают, и почему краснеют. Но никто, ни по каким анализам, исследованиям не смогли выявить, за что я очень сейчас благодарен, потому что я думаю, что если бы я продолжил дальше лечиться врачей, меня бы просто, наверное... Но я быстро разочаровался в медицине и начал искать собственными средствами, как себе помочь. И вот... долгий прошел путь, путешествовал по разным странам, разными методиками занимался, во многих сетевых компаниях БАДами пользовался, но ситуация эта не решалась, то есть с каждым годом она даже больше ухудшалась. У меня, наверное, возникла какая-то даже психосоматика, я стал бояться внутренне каких-то экранов, телевизоров, изображений, почти не пользовался смартфоном, так вот, чтобы такие-то голосовые сообщения отправить. Занимался больше работы, где нет офисной какой-то деятельности перед компьютером, больше вот физическая какая-то активность. Ну, естественно, у меня душа все эти годы страдала, болела, что вот я на людей смотрел, сейчас же все ходят с телефонами. Что я как будто какой-то неполноценный человек, что не могу всем этим пользоваться, потому что сразу становилось мне плохо. Ну и последние годы, все-таки уже с 2006 прошло уже достаточно много лет, я вообще перестал в этом направлении двигаться, подумал, что мне надо принять эту ситуацию, жить с этим, радоваться тому, что есть и так далее. Подрабатывал на одном из складов, то есть работа такая физическая, она мне нравилась, я выходил день через день, мне нравилось, что она, как бы, для меня это как был как тренажерный зал, я собирал заказы, и у меня начали за год этой работы начали болеть ноги, колени начали болеть, ноги, я приходил домой, закидывал ноги на стенку, чтобы облегчить это состояние, но оно все тоже ухудшалось, и... в общем, узнал о препарате магниеводород. За все эти годы странствия по разным методикам очень сильно развилась интуиция. И я как-то сразу почувствовал, что в этом препарате, тем более, что он отличался от всего того, что я знал ранее, есть какая-то прям внутренняя сила. Поэтому я сразу взял себе курс на 3 месяца. Ну, я обычно... когда начинаю чем-то заниматься, даю себе полгода. Вот если полгода я буду принимать продукт, он мне не поможет, тогда я смело могу уйти в какие-то другие методики. Но уже где-то через 10 дней на ногах, особенно когда я на 2 капсулы в день перешел, я почувствовал очень сильную легкость в ногах. Даже захотелось бегать. Тут мне захотелось прям бегать, прыгать, и все так стало легко даваться. Меня это очень сильно вдохновило. Я продолжил прием. У меня началось обострение на голове. У меня заложило оба уха на целый месяц. То есть я утром вставал, как будто вот я в воде нахожусь. Но по своему опыту я знаю, что любое оздоровление проходит через обострение, поэтому я с радостью, спокойствием все это воспринимал, просто наблюдал, продолжал пить дальше. В общем, через месяц в шее и в голове произошло какое-то облегчение. Я почувствовал, что пошли силы, уши разложило. И заметив, все равно я по работе пользовался смартфоном, я заметил, что уже нет такой сильной усталости от него. Меня это тоже вдохновило. В общем, результат на данный момент такой, что вот если бы у меня за полгода до того, как я узнал про этот продукт, сказали, что я буду работать онлайн, буду развивать там свои соцсети,
буду продвигать свой канал там в YouTube и так далее. Я бы не поверил, потому что я очень всегда с улыбкой смотрел на всех, кто этим занимается. Это последнее, чем я хотел заниматься, работать онлайн. Сейчас, благодаря продукту, вот спустя, можно сказать, 15-16 лет поисков, у меня настолько сильно увеличилась выносливость глаз, что я могу себе позволить уже... вот в 8 утра я встаю иногда, начинаю проверять там почту, WhatsApp и так далее, и до 11 часов вечера могу так целый день просидеть. Для меня это просто фантастический результат после того, что со мной все эти годы было. Голова стала легкая, вокруг глаз вот были всегда у меня такие, как будто тяжелые кольца, они рассосались. Я не могу рассказывать о своих результатах, как какие-то, может быть, через диагнозы и так далее, потому что вот очень много лет назад в медицине я разочаровался, туда больше не обращался, поэтому рассказываю именно на основе своих внутренних ощущений. Читал, например, исключить сахар и мучной из рациона питания. У меня сейчас это тоже получилось естественным образом. Просто мне расхотелось. Раньше, видимо, все время нужна была быстрая энергия. Могу где-то не доспать, но сил всегда очень много. Настроение хорошее, аппетит хороший. Сон стал таким, что вот вечером засыпаю, а утром просыпаюсь, не знаю, что было ночью. Много результатов, а плюс еще где-то до знакомства с водородом у меня был какой-то дерматит на руке, на правой ноге, на тыльной стороне ладони. В медицине ничего мне не помогало. Вот. Один комплекс очень хороший пробил, в другой компании очень дорогой, дороже, чем магний водород наш стоит. Тоже не помогло. Но вот принимая магний-водород, у меня все вот эти, вот у меня такие были болячки на руке, на коже, они сочились, много их было и на руке, и на ноге, и на колене. Где-то в течение полутора месяцев полностью кожа очистилась. То есть такой вот хороший положительный эффект. Наверное, это все от водорода, потому что никаких других условий питания, жизни я не менял. Никаких других препаратов не применял. Плюс колени стали легкими, перестали хрустеть, ноги вообще стали легкими, выносливыми. Также нервная система. За годы поиска излечения для себя нервная система была такая оголенная. То есть я очень был легко возбудимый, на все реагировал. Сейчас вот я обнаружил, что хоть рядом кто-то будет рядом со мной кричать, злиться, то я как-то как в танке нахожусь, у меня моя нервная система не реагирует. Я спокойно выдерживаю. Для меня, конечно, самое главное, что сейчас я занимаюсь любимым делом, рассказываю людям, вот этот продукт, чуть-чуть я увольнил старые работы, ушел из всех проектов, которыми я занимался. Сейчас вот я вдохновил эффективность этого продукта, что с удовольствием. Ну и люди, в принципе, не знали, каким я был. То есть я отвлекал компьютер, телефон. Сейчас вот, можно сказать, из рук его не выпускаю, постоянно на связи. Поэтому для меня спустя 15-16 лет поисков, вот неожиданно так жизнь прислала этот продукт, чему я очень благодарен. Внимание. Андрей, огромное спасибо. Настолько важен результат именно по глазам, потому что действительно совместная работа магния высокой степени усвоения, потому что у нас прямо в соединении магния образует наш желудок, наш орган. Работа магния биодоступного и водорода восстанавливает микроциркуляцию мелких сосудов, капилляров. А наши глаза как раз окутаны вот этими трубочками, капиллярами в большом количестве, но они все имеют очень маленький диаметр и быстрее всего как бы засоряются, перестают функционировать, доставлять питание, отводить продукты жизнедеятельности. И вот то, что у вас восстановились глаза, это действительно прямой результат восстановления микроциркуляции. Ну и слух тоже. Конечно, у вас потрясающие результаты. Я думаю, они очень многим помогут. Большое спасибо от всех нас.